Просто так, если уедут все, кто останется? Останутся любимые пенсионеры Гетманцева, бабушки, как бы вот эти вот, потом схемщики, которые, ну, не знаю, кого они будут обелечивать, потому что если не будет бизнес создавать добавочную стоимость, то будут, наверное, бабушек и обелечивать. Ну, а потом все закончится каннибализмом там, и на этом история как бы закончится. Не, ну а чего? Чего людям брехать, как бы там, да? Если создаются такие условия, что это же не только Польша, в Испании то же самое. Значит, много где еще в Европе есть такие условия. Вот, то почему мы, сука, должны терпеть этих тварей, которые реально просто сидят и с потолка рисуют, зачем, ну, зачем-то придумывают какие-то новые налоги для того, чтобы кого-то обелить. Целую отрасль.